Друзья, всем привет! Вот решил показать вам своих подростков-гупешек. Хвосты маленько подрастают. Должны быть, как у этого самца. Но думаю, от гупешек избавиться. У меня там самки в другом аквариуме, самцы вот отдельно. Хочу завести что-нибудь другое. Еще, конечно, не знаю, что. Вот мы видим вишневые барбусы, самочки. Они отнерестились у нас на днях. Видео есть. Икры получилось много. Но вот жду личинку. На днях должна вывестись личинка. Сомики. Крапчатые, альбинос, не растут почему-то. Кормлю артемием, даю мотель, живой корм постоянно у них, но что-то не растут. Вот показал вам аквариум со своими гупешками и золотыми рыбками. Всем, кому интересно о дальнейшем росте моих обитателей, прошу подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рад новым подписчикам. Своим подписчикам, которые у меня есть, я очень благодарен, что смотрят мои видео. Всем спасибо за просмотр.